Всем снова привет, дорогие подписчики! С вами снова канал Любопыт, и я продолжаю прохождение игры Готика. Вы меня простите, что в прошлый раз я снимал без озвучки, просто тут один конфуз произошел. Самое лучшее решение. Постараюсь, чтобы такого больше не повторилось. Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Ладно, в прошлый раз нам дали задание пройтись... Людям по сборщикам болотника и собрать у них дневной урожай, чтобы передать его Коргалу. Давайте сначала зайдем к этому Фортуну, потому что, как вы видели из предыдущей части, он каждый день халявно дает 3 косяка болотника, а он мне пригодится. Я хочу взять дневную порцию болотника. Вот, возьми 3 северных темных. Только не стоит курить их все сразу. Этот болотник, он тут некоторый бонус дает. Давайте курнем. Где там он? А, вот, северный темный. Smokeweed every day. Больше не хочу слушать эту болтовку. Ладно, давайте теперь. Сейчас хочу сначала найти еще того чувака по имени Гарим, который хотел, чтобы его сменил Харлок. Тот, с которым нам драться еще пришлось, потому что он по-хорошему не понимал. О, площадь перед храмом. В этом храме живет их учитель Юберион. А потом видно будет. Давайте тут... поговорим вон с тем гуру. Мне уже надоело. О, попробуем. Не. Я не причастен. Он с нами разговаривать не хочет опять-таки. Там он опять будет говорить. Не будет. Ладно. Где же все-таки этот чувак? Может, он нас еще поблагодарить хочет? Надо задание проверить. Да вроде задание выполнено, но он наверняка с нами захочет поговорить еще. Где он находится-то? О, Йору. Ну-ка, ну-ка. Спросим-ка у него. Такое со мной больше не случится. Ну-ка. Где я могу найти магию спящих? Потому что мне Идол Кадар продает руны из... Может быть, тебе... Какой-нибудь другой гуру? Но какой он поможет? Потому что... Никого я что-то не видел больше, который... свитки... продает. Кто мне еще может помочь? С этим я уже разговаривал, он мне тут не поможет со свитками. А мне нужен свиток усыпления, чтобы произвести впечатление на одного из гуру, который-то как раз торгует этими самыми свитками. И рунами тоже. А, ладно, потом разберемся. Давайте пока что на болото пойдем за болотником. Ой, нырнул. Идол Нембек. Кто ты? Кто ты? Я гуру этого болотного лагеря. Мои слуги зовут меня Идол Недбек. А, здесь Недбек же никого нет. А ком ты? Ты можешь и сам их увидеть. Деревья. Они ходят вокруг и танцуют для меня. Понятно. Ну, я, пожалуй, пойду. Подожди. Ты можешь помочь мне превратить это болото в большой цветущий сад. Ладно, ты начни без меня, а я... Я приду потом, как-нибудь.
Надеюсь, он никуда меня не заведет. Йо. Да, этот парень, похоже, явно перебрал ихние травки. И сошел с ума. Так. Беллер. Поговорим-ка с ним. Кажется, вот тут сборщики. Меня прислал идол Аран, я должен забрать весь болотник. Меня прислал идол Аран за урожаем болотника. Хорошо, мне не придется относить его самому. Вот, возьми его. Не забудь заглянуть к Вайрону, на другую сторону болота, если ты у него еще не был. Иначе наш дневной урожай кое-кому покажется слишком маленьким. Могут подумать, что ты половину присвоил. Ясно. Да кому я могу продать этот болотник? Да как я могу? И потом, куда мне его девать? Продать кому-то? А, я подсказал тебе хорошую идею, да? А, понятно. И кто же это? Просто скажи мне, кто этот человек? Нет, просто скажи, кто? Фортуна, что ли? Из чего захотел? Ну, вот что я тебе скажу. Если Корголом не получит траву, достанется нам обоим. С ним лучше не шутить. Ладно. Забудь об этом, я просто забудь. Так спросил. Это была просто шутка. Продолжай собирать. Что ж, работай хорошо. Конечно. А что еще, по-твоему, я здесь делаю? Валяюсь в болоте? Ладно, давайте тут соберем пока. Сколько тут растений? О, целительные травы. Да, их тут много. Они мне пригодятся. Так, тут главное на болотажёров не наткнуться. А не то будут большие проблемы. Просто... огромные. Ой, а вот и болотажёр. Ну что, увидели, как он выглядит? Ну и зверюга. Они еще, понятное дело, слишком сильные для меня. Поэтому я не буду их трогать. Да и к тому же... я вам посоветую не убивать пока болтажеров, они вам потом позже понадобятся. А пока давайте тут погуляем по болоту да поищем этого Вайрона. Ой-ё! Тут болтажер за мной гонится. Как я его не заметил. Фух, уполз. А иначе мне бы капец пришел. О, чья-то хижина. А вон там шершни летают. Давайте их убьем. Аккуратно подкрадемся. Чтобы болотажорики не заметили. Их тут тьма тьмущая, этих болотажоров. Подманим одного шершня. А теперь... ай! Почему я не нацелился на него? Ах ты, кусака! Да. Такие могут ведь и до смерти зажались. Эй! С какого это хрена? Отлично. Еще
тут травки целительные. Да, думаю, надо подлечиться чем-нибудь. О, например, рагу из мяса жуков съедим. Да, в следующий раз, когда будем в старом лагере, надо будет к повару заглянуть к этому. Еще за 3 порциями. Понятно, в старом лагере повар каждый день дает халявно 3 порции рагу. В болотном лагере здесь один торговец каждый день дает халявно 3 косяка болотника. Собака. А вон там один застрял. Ой, он спустился. Ну давай, иди сюда. Ой. Ах ты, гад! Вот зажалил меня, а, паршивец. Ладно. О, один под водой. Засел. Убить его так проще простого. Со всех сторон лезут твари. Получай. О, какая-то хижина. Ой-ё. Тот самый злополучный шершень, который зажали у нас. Вот мы и отомстили. Давайте остальных убьем. А то их тут еще дофига. Поэтому очень много халявного опыта. Ой, болотожоры. Ой-ё. Лишь бы они тут только меня не заметили. Надо держаться от них на безопасном расстоянии. Тогда... Ой, этот, похоже, меня заметил. Ой, еще один. Твою мать. Извините за мат. Ё. Ну, кажется, оторвался. Блин, и как мне теперь на тот берег попасть? Спрячусь за деревом. Ай! Ой! На меня сразу... Ой, это тут же все, в атаку пошел. Это попадос. А, вон он там сзади. Орет. Сваливаем. Эй, страж, помоги-ка. Тревога! Здесь чужой! Вон он где. Тревога! Здесь чужой! Ё-моё, сколько тут их? Да их теперь
хрена с два замочишь, нет. Возвращаемся. Главное не попадаться им на глаза. Как мне тут нормально ходить, когда тут этих болотажеров дофига? Я бы даже по-другому сказал, но не могу. Болотажеры ко мне не ползут. На, червь. Толстый. Ой-ё. Я не пойму, он тут просто так ползает или за мной? Шред. А, так... Убегай, Турила, тут за тобой болотажер ползет. Кстати, вообще-то это он живет в хижине. Ой-ё. Я... Мне просто нужна была помощь. Болотажеры, давайте-ка валите отсюда. Этот Шред, он, кстати, такой же, как и Мат. Мне еще одного приставучку не надо. Давайте пока к нему в хижину залезем. У него там сундук. Откуда я знаю? Да я ж вам уже говорил, что играл в эту игру. Только почему-то подстраиваюсь так, что не играл. А, ну и пофиг. О, кровать. Давайте-ка отоспимся, чтоб еду не тратить. О, пришел. У него тут особо-то нет ничего. Ой-ё! Они сюда приползли. Я... Мне просто нужна была помощь. Моё, чёртовы болотажёры. Стоп, я чё, опять не сохранился, что ли? Твою ж медь. Раз уж я сказал, что проходил игру, он мне просто так болотник не отдаст, а попросит вырезать всех шершней. А как я их, блин, тут убивать буду, когда кругом болотажёры одни? Вообще ничего не дают делать спокойно. Они, как вы видите, убивают одним ударом. Да и оружие у меня пока немощное. Вернее, не мой, не очень мощное. Ничего, потом достанем еще оружие помощнее. А пока мне... Только такое надо. Так, давайте-ка попробуем пролезть в хижину и поспать в ней. Так, ползи мимо, болотажёр. Вот я попал, а. Ой-ё! Ё-моё! О-оу, он за мной гонится. Так, прыгаем, 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 прыгаем. Тогда отбегу далеко, и он от меня отстанет. Я могу помочь тебе? Фу, кажется, оторвались.
Ну-н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 у-
Во, он назад пополз. В противоположную от хижины сторону. Это мой шанс. Ёбана в рот! Ну опять я матернулся. Но тут опять этот болотажор. Не дает никак в хижину залезть. Я... Мне просто нужна была помощь. Уже на этого напал. Блин, все, в хижину теперь хрена с два проберешься. Пролезем-ка пока тут, пока этот жирный червь назад не приполз. Вот здесь пока поблизости нет никаких болотажоров. Зато вон там шершни летают. Давайте сохранимся и попробуем все-таки залезть в эту чертову хижину. О, извините, если шум был, это я микрофон поправлял. Так. Ну. О, кажется, без приключений. И этот вернулся. Ну, слава богу. Вроде за мной болотажор никакой не гонится. Разберемся теперь с шершнями. Ой-ё! Еще один болотажор там впереди. Так, постараемся не привлекать к себе его внимание. Окей. Болотажоров нет. Так, здесь, кажется, нет, а вон там ползает. А вон там ползают. Опять. Блин, да они тут со всех сторон. Ой, прямо мимо меня ползет. Крадемся. Ой, похоже, это не обеспечило нам быть незамеченными. Так, подходим, хватаем растение и сматываемся на тот берег. Давай, иди бырей. Тут болотажор этот. Чёртов. Так, болотажор к нам. Ой, ё! Откуда он только мог сюда припереться? Скорее уматываем отсюда.
Блин, он не отстает. Вне суши я далеко не убегу от него. Надо выбраться на сушу. Ой, грибочки, а я их и не заметил. Сматываемся. Ой-ё, они чё, до сих пор что ли ползут? Пора уносить ноги! Вот чёрт! Пора бежать отсюда! Упрямый, а? Всё, лезет и лезет ко мне. Вот вообще покоя не даёт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Тревога! Йо, он и сюда пробрался. Тревога! Ну что, думаю, Делоран его сейчас замочит. Тревога! Тревога! А лучше просто... свалим отсюда. Только он вон там до сих пор застрял. Чё-то мы не нужен. Не нужен он мне там. Мое оружие. Мое оружие ему ничего не сносит. Долбанные болотажёры уже совсем задолбали. Да задолбали, это еще мягко сказано. Сейчас главное не дать болотажёрам меня заметить. То есть следить, вообще постоянно осматриваться вокруг себя. Нет ли тут где болотажёры поблизости? Они тут со всех сторон. Нормально пройти не дают. Я вас убью всех потом. Только потом. Не сейчас. Йо! Так, попробуем проскочить вон на тот берег. И поспешим с этим. Давай, иди. Иди. Иди скорей. Пока тут болотажёры меня не учуяли. Вернее, тебя. Одного шершня я тут, видимо, не завалил. Так. Теперь на этот берег. Ой-ё! О, а вон там, видимо, те сборщики. Кажется, убежал я. Вон там еще травы растут, только там, если подойдешь туда, там тебя барьер фигачить будет.
Так, чем ты занимаешься? Ой, да понятное дело. Болотник собираю собирает. Болотник. Другие братья обработают его должным образом, и его можно будет курить. Болото очень опасное, здесь водятся твари, убивающие всех без разбора. Но болотник растет только здесь. Но это только к лучшему. Почему? К лучшему? А почему? Потому что никто из двух других лагерей сюда не заглядывает. Из всех людей в колонии только мы можем добывать болотник. Мы продаем его другим лагерям и сами назначаем цены. Меня прислал Идол Аран. Я должен доставить Коргалому урожай болотника. Ты думаешь, все так просто, да? Так может любой прийти и сказать: «Меня прислал Идол Аран», а потом не найдешь ни его, ни болотника. Этот уже не верит. Ладно, отправляйся к нему и спроси его сам, если не веришь мне. Ну, сходи и спроси у него сам, если мне не веришь. У меня есть идея получше. Ты докажешь, что работаешь на нас, если выполнишь одно маленькое задание. Вырезать шершней, я знаю. И что я должен сделать? Все очень просто. Как я уже говорил, здесь опасно работать. Но вот чертовы шершни нас совсем извели. Без них нам было бы гораздо лучше. Теперь тебе понятно? Понятно. Ну, половину-то шершней я уже зачистил. Остается остальных зачистить. Здесь надо вырезать для него вообще всех шершней, которые находятся на болоте. Ой, какая тут большая стая, а точнее рой. Троими разобрался. Это было просто. А я вот когда сам играл, я тут с этой стаей, наверное, раз 20 пытался сразиться. Каждый раз они меня зажаливали насмерть. Ой, боюсь, что сейчас это повторится. Ну давай же, последний шершень остался. Yes. Ха, с первой попытки всех прошел. Офигеть просто. Больше тут шершней нет. А то сейчас будет тут жаловаться, что я не всех убил. Но больше, кажется, нет. Одни болотажоры. А они мне тут нахрен не нужны. Зато вот травы-то я собрал не все. Ой, вот тут болотожорик. О, слава богу, он меня не заметил. Давайте травы соберем. Ой-ой-ой-ой, уходим. Подальше. Больше он ко мне не ползет. Так, теперь подходим, хватаем траву и сматываемся. Все. Я не вижу никаких слепней. Но я не вижу здесь никаких шершней. О, шершней больше нигде не видно. Хорошая работа. Ее смог бы сделать либо полный идиот, либо один из нас. А идиоту не хватит ума, чтобы обмануть меня. Я прав? Ты абсолютно вот, прав. Возьми урожай и отнеси его к Коргалому. Если он скажет, что этого слишком мало, предложи ему самому попробовать поработать здесь. Тогда-то он узнает, как нам достается болотник. Все. Ладно, думаю, закончена тут эта охота на шершней. И
все. Ухожу из этого долбанного места. В лагере здесь намного безопаснее, чем на болоте вокруг него. Но ничего, когда у нас будет мощное оружие и мы станем магом, тогда нам уже никакие болтажеры не будут страшны. Пришли. Теперь надо идти в лабораторию Коргалома. Она находится где-то тут неподалеку. Надо выждать время. Спешка, да, вон она там. Глупость неизлечима, я давно это знаю. Все время одно и то же. Раньше все было намного лучше. Почему нельзя держать его? Кстати, поговорим-ка снова с Фортуной, возьмем у него 3 халявных косяка. А теперь к Коргалому. Да, и кстати, надо выспаться, а то меня шершни эти изрядно опять потрепали. Что тебе нужно? Так. Я принес дневной сбор болотника. Я принес тебе дневной сбор болотника. А, давай сюда. И не мешай мне работать. Отлично. Каин. Давайте с ним поговорим. Привет. Привет. Кто ты? А я Каин, ученик Коргалом. А, Каин. Ты ведь уже слышал о нем, правда? Да. Да. Тогда ты знаешь, что он правая рука Юбериона. А чем ты занимаешься? А что делаешь ты? Я помогаю Коргалому готовить алхимические зелья. Для этого используется болотник и слюна ползунов. Но сейчас ему необходима именно слюна. А что еще ты можешь рассказать о своем господине? Ты можешь рассказать мне что-нибудь еще о твоем учителе? Он не похож на других гуру. Он отвечает всем, кто захочет с ним поговорить. Но все же не стоит отвлекать его по пустякам. Ясно. Жаль, он тут никакие там не продает. Свитки. Они бы мне пригодились. Ладно, отправляемся спать. Тут как раз хижина неподалеку этого Харлока, который сейчас работает. Кстати, надо сходить к этому идолу Арану и доложить ему, что мы отдали болотник Коргалому. Лучше я не буду в этом вмешиваться. Стоп. А ну-ка попробуем поговорить с тем гуру на арене. Поверишь кому-нибудь, а он тебя неприятно. Вон на той. Может, он поможет мне? Нет. С ним ему уже больше ничего не скажешь. Значит, идемте искать идола Арана. Стражи, а если со стражем поговорить? Только между нами, другим нет. Я хочу быть стражем, как ты. Знаешь ли ты, что мне пришлось пережить, чтобы спящий избрал меня одним из своих стражей? Тебе этого пока не понять. Не думай, что тебя просто так, без доказательства твоей преданности, могут назначить на это почетное место. Сначала ты должен будешь познакомиться с учением спящего. На это уйдет некоторое время. Это избавит тебя от глупостей, которые вертятся в твоей голове. Я не буду в ваш лагерь присоединяться, я делаю это пока только для опыта. Только для того, чтобы опыт получить. Кстати, возьмем-ка еще
Я хочу... Бесплатный болотник. Давай меня. Что ты... Что тут у него есть? Только руда? Болотник и те крылья, которые мы ему продали. Не, мне это не надо. А, ну кто же меня... Мне тут может продать эту магию какую-нибудь. Самое лучшее решение. Надо найти тех, кто прессует болотник. О, вон они. Ты спас наших сборщиков. Это не просто любопытство к нам, это проявление веры в спящего. Я вижу, ты достоин носить робу послушника. Ясно. Понятно. Ну, поговорили мы с ним. И думаю, на этом прохождение подходит к концу. Ставьте лайк, если хотите продолжения.